Всем привет! У нас сегодня заготовки идут ко дню рождения сыночка. Сало я засолю по сухому способу. Увидела на одном канале, мы очень давно его смотрим, этот канал. Там специи, чеснок и под пресс. Ну вот у меня, мы покупали вот такой вот кусочек. Здесь это ребрышки идут, но я их оставлю там на борщ. И здесь мясо вырежу, там еще в холодильнике грудинка лежит. Все это замариную, это на шашлык на завтра. У нас должна приехать муж и сестра с племянниками. Поэтому, немножко готовимся. Сделали торт, видео дальше покажем. Своими руками, конечно, можно было легко пойти в магазин купить или заказать. Но как-то до этого папа пообещал Ярику, что он сам приготовит ему торт. И Ярик очень этого ждал, поэтому мы с мужем делали сами. Поставили его в холодильник, купили эти кондитерские цвета. Один вообще оказался, что он бракованный, а другие плохо получились цвета, потому что они были не яркими. Поэтому вот такой вот получилась у нас там небольшая неурядица с цветами. А пищевых цветов от других кондитерских изделий мы давно уже их израсходовали и не глянули. У сына день рождения, и папа решил торт своими руками сделать. Вот циферка 5. ММДМ скупили, потом мастику сахарную взяли, сахарную пудру, это чтобы хорошо это не прилипало к рукам. Шоколад он растопит, рисунок будет делать. Там красители взяли вот из коржей. 3 упаковочки взяли, и вот это у нас столько ненужного получилось. Мы потом пирожное какое-нибудь сделаем. Первый слой намазали сгущенкой, сейчас бананчиками укладем. Второй слой будем смазывать йогуртами. И так каждый слой. Потом мы сделали, муж уже сделал крем. Чуть попозже покажу его в кадре. На сиропе сахарном. И потом будем украшать. Сделали крем. Этот у нас будет кантик. Он такой здесь, конечно, темный он смотрится, так он светло-фиолетовый. Это крем-брюле, но он кажется как будто белый. Так он желтенький он. И должен быть зеленый, но получился какой-то он непонятный. Посмотрим, что получится. Сейчас в шприц будем закладывать и делать бортики, кантики. Вот так пока черновая у нас работа выглядит. Тортика. Промазали йогуртом, бананом, как мы уже показывали, сгущенкой. Беспорядок такой везде. Немного его обмазали со всех сторон. Сейчас будем уже выравнивать и наводить более-менее красоту. Цвет на кухне такой плохой. Вот такой у нас получился тортик. Сейчас мы его поставим в холодильник, чтобы он постоял, пропитался. И завтра уже будет более-менее видно, как он пропитался. А, доча пищит. В общем, сало посолю. Специи здесь разные. У нас тут для посолки сало, плюс перец, паприка, соль, потом вкусную соль со специями добавили сухой томат. По-моему, все. Чеснок я уже нарезала. Вот так его со всех сторон обвалять. А чеснок уже внутри там будем укладывать по углам. Под пресс поставим 5-литровую бутылку с водой.
И все. Уже, конечно, у нас поздний вечер, а мы до сих пор готовимся. Еще, конечно, подарки не доставали, ни шары не надували, потому что он еще не спит. Как сейчас спать ляжет, ему уже и ленточку с днем рождения повешаем. Шарики надуем, то есть он утром проснется, пойдет умываться, зубки чистить и увидит. Расправлять мы будем вечером. Они хотят еще мальчишек пригласить, с которыми ходят на горку здесь гулять. Если они завтра придут, потому что они не знают, где они живут. Если на улицу придут, то, говорит, пойдем их позовем, пригласим. Ну и должны еще Сашины муж и сестра с племянниками, как я уже говорила, должны приехать. Ну, если получится, дай бог, приедут. Все хоть не скучно будет. Чеснок укладываем в разные вот так вот стороны. Мешочек целлофановый забыла взять. Сейчас я вот так чесночком и мешочку положила. И накидали в разные места. Вот так вот у меня получилось. Раньше я всегда делала рассол. Готовила, спасибо, готовила рассол, остужала его и потом в банку заливала. И в рассоле он стоял около, по-моему, 3 дней. И мы доставали потом в морозилку, убирали и кушали. Сейчас я вот так накрою и займемся уже мясом. А, да, еще сегодня съездили, купили циферку 5, гелевую вот эту. На улицу вышли, он раз и сдулся. А я еще так удивилась, думаю, говорю, что-то прям съежился он весь, а потом дома привезли, он сразу надулся. Все это я сейчас в холодное место вынесу, под пресс поставлю, так придавлю, и через несколько дней будем вкусное сало кушать. В общем, сало убрали в холодное помещение, в кладовку. Шашлык я уже замариновала с лимонным соком, с луком, со специями. И майонез, и водичку добавила для маринада. Кастрюлька такая у меня, правда, темная, это из-под старой мультиварки, но я люблю в ней пользоваться. Сейчас тоже накрою и вынесу тоже в холодное место. Завтра приготовлю утром окрошку. 2 салата, горячие бутерброды, ну и будем накрывать стол и ждать гостей. Почти приготовила окрошку. Картошка у меня еще варится, но потом ее я почищу, остужу и уже сюда добавлю и закрою. Потом уже, потому что все у нас окрошку едят по-разному. Кто-то с кефиром, кто-то на минеральной воде, кто-то на квасу. А я люблю по старинке на уксусе с холодной водой. Поэтому готовим вот так салатом, а дальше уже каждый себе в тарелочку делает так, как заливает, как он любит. Еще так приготовила в полуготовности также крабовый салат. Рис сюда я добавлю. Отваривается, остынет тоже, и все, второй будет салат готов. Остается сделать мне горячие бутерброды и так... Потом толчонку с котлетами, шашлык, горячие бутерброды, по-моему, говорила. Ну и дальше уже ближе к вечеру. Сейчас поедем в район, надо кое-что прикупить. Ой, бегает. Доча! Доча! Там у меня на газу рис готовится с картошкой. Доча! А это наш именинник ходит, да, сынуля? Всем привет-привет! Говори. Привет-привет! Радостный, счастливый, на год повзрослел. 5 годиков! 5 годиков, молодец! Ну все, будем дальше готовиться? Да. Ну давай. Мы салат готовим. Салат готовим. Осталось приготовить только шашлык, остальные блюда мы уже все сделали. Купили маленький мешочек угля, чтобы побыстрее было. Сестра мужа уже с племянниками едет,
скоро будут, поэтому мы сегодня попозже садимся. Папа, скажи привет всем. Всем привет. Привет, привет. И это... Часов 7, наверное, мы будем садиться. Мальчишки пока на улице, на горке играют. Покатаются и домой. Вынесла мясо уже. Муж уже уложил все. Сейчас приготовит мясо. А я пойду пока потихонечку накрывать на стол. Уже увидимся с вами за столом. Будем Ярику дарить подарки. Гости наши приехали. Прям с порога их ловлю. Тимофей, правда, уже разделся. Вон, дочечка встречает Варечку с теткой, да? Сестренку, скажи, с тетей. Ну, раздевайтесь. Тимошка уже к мальчишкам убежал. Всем привет! Всем привет! Наконец-то мы собрались за столом. А, как я уже говорила, к нам приехала мужа, сестра с племянниками. У нас стол, конечно, маленький, многое что не влезло, поэтому мы так сразу разложили, кто что будет уже кушать, а потом уже все по очередности потихонечку как бы другое доставлять. Ай, Каролиночка, не упади. Помаши всем ручкой. Ну, помахала уже. Помахала. Сыночек, я желаю тебе здоровья, расти крепким, послушным сыночком. Всего самого наилучшего тебе. Счастья, любви и слушаться родителей. Спасибо, мам. Пожалуйста. Где мой сок? Где мой сок? Начинайте кушать, и что вы сидите-то? Пойдемте за подарок. Ну что-то она не хочет есть. Дима, иди. Дима, иди. Да? Казарта мне что-то там говорит. Братик, это тебе от меня на мои деньги. Спасибо, Дим. Я уже хотел такую машину. Молодец. Молодец. На, сынок. Это тебе от меня. Спасибо, мам. Это вот, чтобы ты собрал вертолет из деревяшки. Угу. Это тебе Лего Майнкрафт. Ты же любишь? Будем вместе играть. А это еще человечек от Майнкрафта. Ярик, может, будем вместе играть? Ой, сыночек, а это ту машину, которую ты хотел? Мама! Ой, Каролина, Каролина! Гуша! Она очень красная. Девочки, смотри! Друзья, солнышко мое, а это от бабули тебе теплая пижамка. Какая аккуратная. Не будешь? Давай колбаску дам. Не буду морать, я сейчас. Спасибо, вам. На здоровье. Я, ты смотри, ты когда вперед. Видишь? Она назад. Друзья, это тебе от меня. Держи. На здоровье. Оля, возьми. Давайте кушать, а потом посмотрим. Поиграемся, пойдем. Это шорты и это боксеры. Ты мог потом с нами играть, блин. Будем собирать. Где у нас салфеточку? Спасибо вам огромное. Пожалуйста, на свои деньги постарался купить. Спасибо, Дима, короче. Сейчас они покушают, а потом уже будем чай с тортиком пить. Свечку задует, да? Да. Желание будешь загадывать? Сынок, загадывай желание. Какое-то сильное ты желание загадал? Ну, да. Да? С днем рождения, сынок. С днем рождения. Я тебе желаю самого лучшего, и чтобы ты занимался боксингом, как и я. Молодец. Все, больше никто ничего желать не будет. Поверни ее. Нет, вот на меня. Давай. Спасибо, что вы были с нами в этот замечательный наш день.
Я же растерялась все, что хотела сказать. Желаем вам всего самого наилучшего. Всем спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Убрали мы стол. Все, что конфетти было, все это, конечно, вымели. Торт пришлось мне чистить тонким ножичком, потому что конфетти попало просто абсолютно и на тарелочки, и на в кружечки, получается, с их напитком. Поэтому, ну, все повыливали, другое свежее им налили, тут все уже повыметали. Как бы где-то мелко еще попадается, но крупного как бы такого уже нету, все повымели. Кто умылся, кто переоделся, разделся, и они уже, ребятишечки, пошли распаковывать подарочки, смотреть. Шарик улетел он туда. Смотрится, как будто цифра 2. И каждый занимается своими делами. Ну, а мы сейчас на кухне перемоем всю посуду, уберем по холодильнику, по холодильникам в коридор, что повыносим, потому что то, что приготовили, практически мало кто что ел. Поэтому, как всегда, готовишь, думаешь, ой, мало не хватит. А на самом деле все практически осталось. Бабушка уже у нас. Бабушка, стой! Стой! Уже красоту свою сняла, уже все повязки, уже лохматенькая ходит, уже все устались, набесились, наигрались. Я пошла. Ну, давай. Пошла уже тоже переодеваться, ко сну готовиться. Светофоре, которую покупали лампочку, ну, показывали вам, что она крутится, и вот огоньками. Муж ее вкрутил в люстру, и вот такое вот у нас светошоу. Ялику, конечно, понравился сегодня день, доволен. Сейчас покажу, чем они занимаются. Пришла к мальчишкам в комнату. Ялик с машинкой играет. Дима ему вот эту большую подарил, денежки, которые накопил, со своей копилки доставал. Да. Ты что, кушаешь что-то еще? Орешки ем. Да? Тимофей помогает мальчишкам собирать вот такой корабль из лего. Дима, дай отодвинься, я засниму. С маленьких вот такие вот. Тут, я так понимаю, это человечков надо собирать, да? Да. Двое человечек. Вот этого вот я уже собрал. Вот. Да? Вот. Ярик тут с детальками, вот у них все сидят, вот они. Собирают тут уже, эту часть они вот уже собрали. Вот такой вот у нас человечек здесь попал. Человечек? На другой этап перейдет уже? Вот, вот такой у нас курица. О, господи, какие они мелкие. Фу, господи. Ярослав, ты что, собираешь? Да, ну курица не была, она маленькая, может подходить. Карины, и все. Нельзя. В больницу пойдет и все. Да, убирай скорее такие маленькие детальки. Такие маленькие детальки нужно всегда убирать. Если у вас ребенки маленькие, надо убирать лего. Конечно, правильно ты говоришь. Если у вас есть лего. Да, лего сейчас у многих есть. Вот такие вот у нас корабля с алмазными мечи. Да? Ясно. Ну ладно, занимайтесь. Скоро приклеим вот сюда. Каролина, ага, нельзя бумажки в рот. Взяла у Ярослава машинку, села и уже тоже сняла платьюшко, завязала свой повседневный хвостик, все поубирала уже. Все в стирку, скажи, отправили мы, да? Да. Мальчишки там что-то так бурно обсуждают, друг друга перекрикивают. Вот, я покажи. Вот он с руком, правда. И смотрите, какой он крутой. Он красный, сейчас я буду с ним играть. Потом вам покажу. Да, ну хорошо. Ладно, давай, пойдет мама посуду приберет. Это там у них коробка с игрушками стоит, лего. Сушилку мы убрали, потому что, ну, там место надо было на стол, поэтому здесь все занесли. Сейчас все разбирать будем по местам, порядки наводить. Ну все, помашите, пока-пока. 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 Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока!